Привет, доброе утро. Доброе утро. Давай обсудим с тобой следующую твою рубрику «Читают все». Кто у нас может быть в этот раз героями? Я заметила, что журнал читают молодежь и молодые родители. Поэтому надо рекомендации молодым родителям, молодым людям. Когда начинался журфикс в 2005 году, все сидели по офисам, по кабинетам. И вообще понятия такого работать дистанционно вообще такого не было. А у нас журфикс, собственно говоря, создавался таким образом, что мы довольно редко уже тогда, вообще редко встречались, все происходило удаленно. У нас есть авторы, которые живут в Москве, в Петербурге, в Краснодаре. Есть те, которые живут за границей. Вот. И с командой мы вообще встречаемся, как правило, два раза в год, может быть, в Новый год и лето встречаем. О, привет, Сега! Мы тебя ждали. Чай ждет. Чай уже остыл. Как всегда я говорю на празднованиях и всех прочих мероприятиях, а теперь, товарищи, вспомним о том, что нам надо планировать следующий номер. Значит, следующий номер у нас выйдет в феврале, сдаем мы его в конце января, поэтому надо обо всем думать загодя. А, кстати, насчет обложки мне звонили. Ага, 75 лет исполняется, учительница. Сейчас они обсуждают. Ничего себе, круто. Хотят сделать родителям подарок. Или обложка, или внутри статья. Очень хорошо. Преображению я бы хотел предложить, недавно же фильм был «Маленькие женщины», которые... Мне кажется, он прям для преображения очень хорошо подходит. Найти образ под них. Маму, у которых 4 ребенка, ну и дочери. Мария Федотова у нас вот носит такое, может быть, необычное название – менеджер по проектам. Мы познакомились с Машей на благотворительной акции, которую она проводила. А я печатала об этом в журнале, и с тех пор мы как бы вот подружились. И я ее называю «человек-оркестр», потому что она умеет все, она занимается всем, и у нее все очень хорошо получается. Это просто уникально. Журфикс для меня – это моя отдушина. Это много важных, интересных встреч в моей жизни. Журфикс – это Яна Угарова, мой друг и соратник. Церглана Оконечникова – это человек-находка. Она около 2 лет работает, вроде как, казалось бы, недавно, и просто без нее как без рук, без ног, потому что она отвечает за все. То есть она ведет наш Инстаграм, она отвечает за разнообразные мероприятия, да? Она пишет, когда надо, она фотографирует, когда надо. В общем, это человек, который умеет все. Для меня журфикс – это позитив, прекрасные добрые люди, креатив и суперпроекты. Сергей Шарин, он же Сега, это любимец нашего коллектива. В последние годы постоянный фотограф наших обложек и проекта «Преображение». Он ученик Алексея Павлова, то есть как бы раньше Алексей Павлов у нас снимал все проекты, а сейчас вот этим занимается Сега, и мы очень рады, что у нас такой человек есть в наших рядах. Журфикс для меня – это Яна Угарова, которая зовет на съемки и знакомится с интересными людьми. Авторы журфикса, люди, которые работают над журфиксом, это кроме того, что они очень профессиональные люди, это очень хорошие люди, добрые люди, неравнодушные люди. Наверное, по такому принципу у нас сложилась команда. Наверное, в году так 96-м меня пригласили в Москву и наградили меня специальным призом журнала «Космополитен» «Профессиональный успех». Тогда где-то зародилась вот эта мечта сделать красивый, глянцевый журнал, и, что очень важно, добрый, с добрым лицом, с позитивными новостями. В 2004 году я проходила такую лидерскую программу, в которой надо было поставить 3 цели и за 3 месяца ее добиться. Я вспомнила вот об этой своей мечте, о том, что я хочу сделать журнал. Меня все отговаривали, говорили, за 3 месяца это нереально, ты не сможешь. Но сделала вот первый номер журнала, пилотный. Я не думала о том, что он будет долго выходить. Я подумала, ну я вот один номер выпущу, а там посмотрим. Помню, я ехал в такси, и сестра мне показала журнал. На обложке была девушка, очень похожая на Милу Йовович, и сказала,
Это у нас в Якутии начали вот такой журнал издавать. Я полистал и сказал: вау. Журфикс для меня как сестра. Всегда рада помочь. И наблюдая ее развитие, вижу огромную работу, огромный труд и любовь Яны Угаровой. Если выражаться из мира спорта, она действительно чемпион. Это отличная история, отличное времяпровождение, интересные люди, новые какие-то знания и мотивирующие истории. Это журнал, который связывает всю нашу историю, новейшую историю, начиная с нулевых до наших времен. 15 лет тому назад Журфикс был первым глянцевым журналом. Ну а сейчас, спустя все эти годы, Журфикс – это бренд. В Саха-Интернете был форум «Камуза». И вот на этом форуме «Камуза» была ужасно популярная тема. А сможет ли Угарова выпустить следующие номера Журфикса? А спорим, что он загнется. И опять же включилась вот эта штука, типа: ах так, ах вы говорите, что загнется. Вот, и я хочу сказать огромное спасибо тем, кто писал в этом форуме и как бы сомневался, потому что благодаря вам Журфикс выходит уже 15 лет. Это всегда вдохновение, позитив, интересные люди и всегда на волне. Это успешные люди, семейные истории и традиции, обилие оригинальных фотографий и материалов. Искренность, душевность, новизна, творческое настроение, прекрасный вкус, актуальность и, наконец, образец для подражания. Всегда раскрывает маски, показывая истину настоящих героев. Журфикс – это тренд. Журфикс – это преображение. Журфикс – это друзья. В создании первых номеров мне очень помогала моя подруга Татьяна Данилевская, очень хороший журналист. И мы сидели у нее на кухне и придумывали название. Она взяла словарь иностранных слов и прямо вслух так смачно читала оттуда всякие названия. Вот. И когда она дошла до слова «журфикс», мы с ней переглянулись, оно нам очень понравилось, потому что оно нам напомнило слово «журфак». Мы с ней учились на одном факультете журналистики Уральского университета, и слово «журфакс» мы очень любили. «Журфикс» нам прямо, и она еще так его произнесла: «журфикс». Вот так она говорила, да? И, в общем, и короче говоря, и нам очень понравилось значение «прием гостей в определенный день недели». Это такой очень уютный ламповый салон с очень неординарной хозяйкой, где собираются интересные люди, ведут светские разговоры. Это преображение, позитив и собственный опыт. Это палку с цитрусовым соусом, в котором слышны нотки имбиря. Он для меня очень сочный, яркий, вкусный. Интереснейшая история креативной энергии успешных людей, поймавших смысл в жизни. Журфикс для меня это всегда живые люди. Это возможность поближе познакомиться со своими земляками. Журфикс для меня это лучший гостинец нашим бабушкам и дедушкам в Нальчике или Покровск. В 2003-2004 году мы с фотографом Владимиром Филипповым и со стилистом Дмитрием Васильевым сделали календарь преображений. Печатали его в Москве, и вот он пришел такой весь красивый, с красивыми фотографиями, на которых известные люди предстали в разных образах, в других абсолютно, да. И вот благодаря этому календарю я хочу сказать, что я поняла, что делать журнал – это вообще реально. На страницах Журфикса всегда есть место добру. Истории героев, кто часть своего сердца, души и самое главное, ценное в жизни человека, время дают на благотворительность. Эти истории вселяют надежду на лучшее будущее. Журфикс – это партнер, коллега, соратник и друг Яны Угаровой. Это благотворительная акция «Спасательный круг». Это творческий,
великий проект преображения. Это добрый конкурс «Золотая леди». Кстати, где я несменяемый председатель жюри. Вы самые лучшие, самые классные, а самое главное, вы самые стабильные, потому что вы сохранились и выросли. С Машей Давыдовой мы работаем практически с основания журфикса. То есть это где-то, наверное, 2006 год, когда мы снимали «Преображение» Георгия Петровича Яковлева. Они снимали со своим другом Василием Моисеевичем в образах таких интеллигентов конца 19-го, начала 20 века. Маша впервые тогда стала работать над проектом «Преображение». Практически все. После этого мы вообще никаких вариантов не искали, потому что то, что отличает Машу, во-первых, суперпрофессионализм. Маша делает людей красивыми, это однозначно, и очень многие об этом знают, да. И немножко другое дело – это быть художником-гримером. Это отчасти связано с тем, что она художник по образованию. Будучи художником, она очень хорошо умеет создать образы. Я даже помню звонок, когда ты мне позвонила и сказала, поработаем и посмотрим. Чуть ли не испытательный срок ты мне дала. Наиважнейшее качество Маши, которое очень отличает, это ответственность, пунктуальность и скорость, с которой она делает. То есть, когда ты занимаешься производством, все-таки издание журнала – это такой производственный процесс. С одной стороны, конечно, творческий, такой художественный, но в то же время это производство. То есть ты не можешь себе позволить по 5 часов тратить на каждого героя, допустим, прям целый день, чтобы посвятить съемкам. И то, что Маша очень быстро это умеет делать, это здорово. Мне нравится, когда человека Бога полностью доверяет. Делайте, что хотите. Так. Вот это мне нравится. Вообще, когда человек приходит к визажисту, я считаю, что если он пришел, значит, он готов измениться. Поэтому преображение – это понятно в журфиксе, да? Точно так же, как в обычной работе, а в салонном макияже, если приходит человек, значит, он готов к какому-то другому образу. В рубрике «Преображение» я пробовала себя в роли королевы Марго, где сам момент съемок можно было связать тогда с первой любовью, первыми объятиями, с первым успехом. Мы преобразились в шекспировских героев. Нам было важно понять, чем жили люди в прошлые века, какие у них были идеалы, к чему они стремились. Лена Гоголева, Николай Дьяконов, Алексей Семенов представили меня в образе ретро. Я как будто бы окунулась в то время, прочувствовала наступающую свободу и раскрепощенных женщин времен НЭПа. Одна из основных – это семейный портрет, очень популярна наша за рубежом. Я не устаю повторять, что якутяне, оказывается, благодаря этой рубрике, я теперь точно знаю, живут на всех континентах, кроме Антарктиды. Уважаемая Яна, я искренне поздравляю вас с юбилеем вашего детища. Только благодаря вашим усилиям, вашему труду вы сегодня отмечаете 15 лет. Всего вам самого наилучшего. Наша семья от души поздравляет журнал «Журфикс» с 15-летием. И мы очень благодарим вас, что вы дали нам возможность поучаствовать в вашей рубрике. Мы вас очень любим. С праздником, «Журфикс»! С праздником, «Журфикс»! Я поздравляю журнал «Журфикс» с 15-летием. И хочу сказать, что несмотря на все, что творилось в мире в эти годы, журнал публиковал только позитивные статьи об интересных людях, об интересных событиях, о семье, о любви.
И я хочу сказать, что этот позитив на самом деле был очень нужен людям и нужен сейчас, особенно в это время. Мне посчастливилось побыть частью команды журнала и поработать над несколькими номерами в 2010 году, за что я очень благодарна Яне и всему коллективу. Это было очень радостное, замечательное, запоминающееся время, которое я всегда вспоминаю с теплотой и улыбкой. Журфикс для меня – это самый желанный подарок, когда я жила вдали от родины и работала в Париже и в Москве. Журфикс как бы имеет отношение к благотворительным проектам, в том числе вот с Александром Подголовым мы много-много лет делаем такую благотворительную акцию «Спасательный круг» в помощь детям с заболеваниями, многодетным семьям, детским домам. Это, наверное, один из тех проектов, которыми я очень довольна. В 2019 году, в марте, мы решили отметить 14 лет журфикса. И прямо сделать это с размахом. И спасибо большое историческому парку «Россия. Моя история», которые вот нас поддержали, и мы смогли на их большой такой просторной площадке сделать прямо вот дни журфикса. Два дня они у нас длились, и несколько тысяч людей посетили эти дни. Я очень трепетно, как и многие, наверное, мои современники, отношусь к празднику 9 мая. Вот. И, как правило, когда юбилей Великой Победы, я стараюсь сделать какие-нибудь проекты. К этому юбилею Победы я тоже хотела сделать проект, чтобы люди пели военные песни. Но перед юбилеем Победы я оказалась в Африке. Там был глубокий карантин, очень строгий, то есть вообще как бы на улицу ни ногой. И сидя, в общем, в окрестностях Йоханнесбурга, я решила сделать все равно проект к юбилею Победы вот так вот на удаленке. С этим проектом я тоже очень горжусь. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Были дожди, обгорелые пыли, этот день мы прибежали как могли. Это день победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. Как раз тогда, когда шли разговоры о том, что все, все переходит в интернет, уже ничего не будет такого на бумаге, да, у меня были мысли вот, ну, перейти на цифру. Да, мы потихоньку перейдем туда, но покуда есть вот ценители вот этого бумажного варианта, этих вкусовых ощущений, вот тактильных ощущений, да, я думаю, что вот во время вот пандемии мы это еще больше оценили, как это важно, вот это вот по-настоящему, в реале, не в интернете, не в онлайне, не дистанционно, а вот в реале пощупать вещи, почувствовать ее, да. Вот, покуда есть ценители, журнал будет выходить. Журфикс для нас самый семейный журнал. Самый долгожданный. Самый близкий. Самый оригинальный. И на протяжении многих лет становление нашей семьи, нашей карьеры, он всегда с нами. С тех пор, как мы вышли в Журфиксе 2 года назад, у нас произошло много событий. Мы 7 раз стали победителями международных конкурсов среди ювелиров. Очередной раз вошли в 100 лучших ювелирных магазинов России. Открыли музей нагрудных женских украшений мира и бриллиантового мамонтового центра. А в семье у нас событие произошло. Родился 9-й внук Александр Кириллович Павлов II. Спасибо Журфиксу! Это уникальный мир, в котором каждый читатель найдет для себя что-то интересное. Это яркие, захватывающие истории, встречи с творческими, с яркими, опять же, интересными людьми. И вот уже
полтора десятка лет они высоко держат свою марку. Когда Дархану было полгода, ему уже 13 лет. Мы разгадали одну тайну. У Яны Угарова есть контракт с небесной канцелярией. Все, о чем мечтаете, все сбывается. Мы мечтали, чтобы наши дети учились по всему миру. А сейчас наша Диана учится в Австрии на врача. Я планировал защитить кандидатскую диссертацию, успешно ее защитил. Тем не менее, жизнь течет, жизнь двигается, да, и все должно двигаться и немножко меняться. Поэтому я хочу отметить, что в последний, наверное, год мы как-то так вот начинаем потихоньку меняться. У нас появилось две обложки. Мы как бы стараемся писать о тех героях, о которых раньше мы не писали. То есть это какие-то, не знаю, звезды соцсетей, да, какая-то молодежь очень такая продвинутая. Журфикс – это хранитель семейных ценностей, источник вдохновения и объединяет людей со всего мира. Для меня Журфикс – это Яна Угарова, очень яркий, талантливый, пассионарный человек, кто ведет множество прекрасных, интересных проектов, в том числе и Журфикс, и Якутянин года. Это статус, это престиж и, конечно же, это признание. Сейчас особенно принято желать здоровья. Я хочу сказать, что если на самом деле вот вы все это делаете, если вы занимаетесь делом, которое вам нравится, если вы окружаете людьми, которые вам нравятся и которым вы нравитесь, и когда вы видите плюсы в минусах, вы и здоровыми тогда будете. Вот. Поэтому я вам желаю вот этого. Сногсшибательно обаятельный и бесконечно желанный журнал. Журфикс – это вдохновение и любовь. Я желаю нам всем процветания и новых интересных встреч. Для меня Журфикс, это как мне ожиданно бы прозвучало, это подарок, который я из Якутска заказываю себе в подарок и друзьям всем раздаю. Поэтому, когда ты из Якутска едешь, кроме рыбы, можно привезти и журнал. Вот такой подарок. Читайте, я обожаю читать журнал. Каждый номер я жду с нетерпением. Очень красочные, оригинальные оформления. Люблю вас, поздравляю, успехов и дальнейшего процветания. Ура! Я считаю, что счастлив тот человек, который занимается тем, что ему нравится, окружен людьми, которые хорошо к нему относятся, человек, который видит плюсы даже в минусах. Вот, поскольку это все про меня, то я счастливый человек.